Слова чистые изнутри. Я в середине сентября, как-то бывает порой, так происходит, замечательные девчонки встретишь, и даже не заметишь, что как-то влюбиться порой, в ее карие глаза, красивая улыбка. Сместится, не тут поскользнется, прямо выполнение 90. А шилка бывает хорошая и засмеялась. Да плохо порой, но весело. Дни детей мы общались. Все как-то порой продолжалось счастье. У меня в комнате я был о чем-то там. И я говорил, да ладно, сейчас больше, уже полгода прошло. Часто я вообще не участвую. Видимо, и вас не любился, даже сам удивился, как-то быстро, вроде недавно, с бывшего расстался, а как нанки случилось, немножко забыть, ладно, не буду торопиться, не буду признаться ни в чем, а просто приближусь, это раньше было такое, помнится одна. И сразу в обувь за головой. Так не бывает, так не происходит. Но кто-то иного себе опять ищет. А я не буду торопиться, не спеша. Постою на улице, у дороги я. Ведь у каждого человека в жизни несколько путей, но он ищет. Только один для себя сильнее, где время дорога, путь к его дому. А я тут на 4 года учусь. Что будет дальше, я не знаю, я не предсказатель моря. Не рассказываю поэмы, страдания, предсказания, а просто пишу стихи о любви и страдания. Отдышался и дальше продолжает текст. А тут уже люди, что сводит с ума даже моих соседей. Положили карты. Не знаю, что чисто переполнили вновь. Походу опять эти чертовы любовь. Но любовь не верю я уже. Потому что сейчас есть 40 свиданий. Ух, не доедает, не знаем, может, что будет в этой моей истории, ну посмотрим, все будет в скорости.